Друзья, всем большущий привет! С вами Алиса, и мы с вами играем в Simpsons Springfield. Я хочу начать вот с такого вот ответа на вопрос, как же получить шестерку Боба? Ух, друзья, к сожалению, этот персонаж какой-то забагованный. Было задание очень много лет назад, еще в первые года появления игры. У меня оно тоже появлялось. Ну, где-то на начальных уровнях там появлялось сюжетное задание поймать шестерку Боба 3 раза. И, в общем-то, он у меня был в городе, по-моему, я на него нажала, оно так хоп, окей, и все, исчезло это задание и больше не появлялось. Собственно, говорят, что у тех, у кого айфоны, то там игра более благосклонна, и это задание возвращается через какое-то время, либо вообще не исчезает, в общем-то. Также у старичков игры эта шестерочка есть, так как они раньше смогли получить. В общем-то, его-то теоретически можно поймать в другом городе, но он все равно не добавляется. Вот смотрите, как оно должно происходить, по сути. Только другой Спрингфилд, не любой другой город вашего друга, а именно другой Спрингфилд. Вот давайте здесь снимем, чтобы он не мешало. И вот мы не спеша так прогуливаемся. И он сам появляется. Он же еще такой высокий, длинноногий. И, соответственно, быстро шагает, так летит немножко. Потратим мы здесь уже несколько минут, ну, чтобы я вам его точно показала. Он не всегда сразу появляется. Кстати, город этот у меня, который другой Спрингфилд, достаточно симпатичный, хотя всего лишь написано, что 30 уровень, но, например, мне очень нравится вот эта часть, смотрите, совмещение особняка и вот этих вот самых невзрачных домиков с Хайтса. Согласитесь, смотрится очень круто, как будто это вот набор создан. Очень круто. Я даже думала сама что-то сделать подобное, но раз у меня уже другая структура города, то не буду. А вы можете взять себе на заметочку, как идейку. Также вот этот деловой центр, по-моему, тоже такая комбинация. Он, правда, всего лишь один. Ну что, Бобик-то не появился нигде. Бывают такие моменты, что он не сразу появляется. Но хочу вам показать, что я не вру. Поэтому уже подождите. В общем-то, я периодически захожу. Я не знаю, зачем я это делаю, каждый раз в надежде, что вот-вот, а сейчас он у меня добавится в коллекцию. Но, к сожалению, попробуйте, если у вас iPhone есть в наличии, либо у вашего друга, вот, и вы попросите поставить на него Simpsons Springfield, войти в свой аккаунт и там какое-то время поиграть, вот. Ну, блин, ну, знаете, вот обидно, когда хочешь показать. Давайте я поставлю пока на паузу, поищу, а потом сразу же вам его покажу. Вот, друзья, наконец-то я дождалась. Он все-таки нашелся в территории Хайтса. А, длинный вредина, вот. И просто нажимаете на него, хоп, видите, и он дал опыт и денежку. В общем-то, все. Так оно должно было бы и сработать. Вы выполняете вот так вот 3 раза, и когда бы вы возвратились в город свой, у вас бы он появился. Но, к сожалению, видите, вот эта часть не работает. Ты его ловишь, но сюжетная линия не восстанавливается. Очень много лет уже игроки просят разработчиков починить это. Ну, они только разводят руками. Но нет такой возможности. Так что все, я надеюсь, вопросов больше по шестерке Бобби не будет. Просто давайте как-то жить без него. Вот, тут хотя бы и игра обновлялась вовремя, и ладно там с тем шестеркой.
Вот, а мы давайте начинать. На сегодня несколько прикольных анимационных заданий будет. Так что погнали, кто у нас первый? Ральф Ёлочка. Ну, это уже не новое задание. Он уже частенько так делает, наряжает себя. Тут он у нас не удивит. Мистер Мэр, у Ральфи есть просьба. Он хотел бы стать главной городской елочкой. Я бы не пошевелился, даже если бы меня собачка пощекотала водичкой из животика. Что ж, хорошо, но должен тебя предупредить, эта работа не оплачивается, а в январе мы выбросим тебя на свалку покрышек. Заставить Ральфа елочку осветить город. Ага, и жители. Странно, вот заставить жителей, а всего один нужен. Ну, как-то... Жителя тогда. Вот, а это задание с Конрадом. Видите, вот она с ним советуется. Очень крутое задание, как будто смотришь мультик. Видите, Конрад даже разговаривает. Вот жалко, что мы не можем послушать. Ага, оцепанули мы сначала нашего доктора с шимпанзе. Переусердствовала я сегодня с поеданием кореньев. Они уже сквозь меня произрастать начали. О, а у меня скоро годовщина. Можно я один бриллиантик себе возьму? Ах, как мило. Ненавижу становиться на пути любви, даже если это не обезьяны. Но, боюсь, бриллиантов у меня осталось мало. А почему вы не заставите своих мартышек работать в два раза больше? После того, как они организовали профсоюз и начали требовать себе льготы, я так больше не делаю. Знаете что? Найдите мне новых работников, а я дам вам бриллианты. В Спрингфилде полно работников с первыми тремя классами образования. Найду все, что вам нужно. Заставить Гомера обманов отправлять жителей в рудник. Ага, и тоже вот жители. Вот видите, тут жителей написано и целых 10 человек. Вот это все правильно. Я до сих пор не могу понять, почему мы запрограммировали ИИ на истерики. Но Конрад подсказал мне отличную мысль. Вместо того, чтобы создавать приложение, мне стоит начать учить других, как создавать приложение. Работы в два раза меньше, зарплата в два раза выше. И при том, что лично мне ничего не надо делать, вся слава достанется именно мне. В какое время мы живем? Заставить Куин Хоппер обругать работу ученика. Дальше у нас кошмар. Вигом в своей пивной кружке. Не, ну так прикольно даже смотрится. Улыбка. И все такое он прям незаметный. Что тебе нужно, придурок? Я хочу поотвисать с моими корешами-подростками, а еще рассказать им об опасности возлияний и, возможно, даже арестовать. Но, если честно, не могу понять, подростки вы или нет. Зависит от ситуации. Согласно информации департамента транспорта, я взрослый. Однако по результатам теста начальной школы, на понимание прочитанного из стадии эмбриона не вышел. Отличная мысль, Керни. Я побеседую со своим источником в начальной школе Спрингфилда. Чего-чего? Ваши слова размещаются в диалоговых облачках, а я читать не умею. Заставить пивную кружку Вигама учить детей выплескивать душу, а Керни ходить в школу. Ну, ему не помешает. Он там, кстати, близняшки
общаются на своем языке. Достаточно тоже прикольное задание. Язык показывает. Смешнюки такие они. Прекрасно. Теперь наши воспоминания одинаковы. Кто из нас Терри? Не важно, да и никогда не было важно. Что ж, пойдем на гору Крастмар, мое второе я. Хорошо, мое второе я. Заставит Шерри и Терри пойти на гору Крастмар. Ну, пора бы уже. А, ну, окей, если на целый день, так давайте уже начинайте идти. Где наш гомерчик? Катать, мочить, остыть? Ответ неправильный. Остыть, катать, бросить? Ответ неправильный. Катать, остыть, мочить? О, круто, сразу три. Заставить Гомера продолжать учиться. О, да. Не, ну Гомера точно нельзя туда отпускать работать. Это небезопасно для всех. Ух ты, сразу два. Я преуспел в своей ангельской миссии, Габба. Кирк снова очарован своей женой. Полагаю, тебе сопутствовал тот же успех и Слуан? Нет, Крендел, я не преуспел. В действительности, Луан выбила из меня дух электрошокером. Но мы должны уже переходить к нашему следующему заданию. Доктор Хиберт медсестру лапает. Слушай, я раньше был ангелом. Теперь я кусок обгорелого дерева, которым управляет чужая рука. Плевать мне и на доктора Хиберта, и на его медсестру. Заставить Габба разглагольствовать. Похоже, что все диалоги. Я еще сейчас пробегусь. Вот, также, как вы помните, друзья, я сказала, что буду копить пока денежки. А вот пончики я вчера... Ну, в общем-то, я собрала из построенных квиков, но новую пока несколько дней делать не буду, а хочу выкупить вот эти дорогие здания. Так, у меня 9 миллионов. Давайте, наверное, буровую вышечку возьмем. Нет, так, чтобы китов... Ну, пусть будет здесь. Сразу построилось, прикольно. Ух ты, даже несколько уровней дала сразу. Ничего себе. 3-4 уровня. 5. Это еще не все. Обалдеть. 6 уровней дала. Круто. Так, видите, у меня сейчас такой процент конформометра. Получается, что мне уровень получить достаточно опыта всего лишь 6 магазинчиков Quick Market. Вот, поэтому и пончиков сейчас получается больше, так как и магазинов я строю больше, и, соответственно, больше с них получаю. Так, а теперь можно переходить уже. Всего 3 осталось. Нашему альбомчику. Сегодня у нас самолет Норберта, Колизей, Gold Records на студии Walls, Трактор Вилли и Мегамаркет Фортуна по вашим просьбам. Самолетик. Самолетик у нас пойдет к другим самолетикам. Последний этап моего путешествия в поисках золотого поезда. Посещение древнего отшельника, который живет высоко в Гималаях. Если ты не прочь поболтать со стариком,
то я могу тебе рассказать, где находится сейчас золотой поезд. И даже кусочка лакрицы не попрошу. Ух ты! Заверши эти задания и получи золотой поезд. Круто! Персонаж. Класс! Я хочу поезд. Давайте погнали дальше. Вот и наш мегамаркет. Ну, такое прикольное здание тем, что оно немножко угловое. Будет удобно комбинировать его с подобными зданиями. И у нас Артур Фортуна. Надеюсь, он гораздо симпатичнее, чем в сериале. Когда-то мои мегамаркеты были самым популярным местом в мире. Люди приходили, чтобы купить музыку, выпить кофе и влюбиться. Затем появился один сетевой продавец и «Прощайте мои мегамаркеты». Но, по крайней мере, мне принадлежит рекорд подъема на Килиманджаро на руках. Заставить Артура Фортуну скучать по своим мегамаркетам. И я с удовольствием вытащу остальные декорации, да, особенно трактор Вилли. Наверное, я его поставлю на территории школы. Ах, куда бы его влепить? Так, пока поставлю сюда, потом подвину уже какие-то деревья. Интересно, в Вилли есть какое-то задание с трактором? Gold Records. Да, кстати, что-то у меня с Глобексом. Давайте дальше строить. Угу. Красти. Ах ты ж черт! Снова пора контракт продлевать. Нужно придумать отходной план на случай, если студия пронюхает, что я весь производственный бюджет трачу на бухло. Мне нужна халтурка, на которую я запросто могу прийти в клоунских туфлях и заблеванной футболке. Заставить Красти прослушиваться для озвучки. Так, ну тут можно отправлять, у него одноразовое задание и Колизей. Нет, ну сюда его не нужно ставить. Ну, кстати, я только сейчас поняла, что меня даже ни разу не выбросило из игры. Это очень приятно. Потрясающая копия римского Колизея. Благодарю, Лиза. Он воспроизведен с точностью до решеток, через которые кишки гладиаторов утекали в канализацию. Иногда мне хочется, чтобы люди не забывали, что мне всего 8. Заставить Лизу посетить Колизей. Так, ну тут тоже одноразовое, поэтому можно будет отправить на 4 часа. Ну все, друзья, на сегодня будем заканчивать. Мы все задания выполнили. Вот, и в следующем видео тоже будет персонаж по вашим заказикам. И увидимся в следующих видео. Всем пока-пока!